колеса веков. Меняется облик планеты, ритмы жизни, детали быта, особенности одежд и манер. Меняется представление о прекрасном и уродливом. Меняется, казалось бы, и главный носитель всего этого – человек. Но так ли уж мы сегодняшние отличаемся от наших далеких предков в исконном? Ведь природа человека неизменна. И вечно юный Ромео болеет вечно юной Джульеттой. И Мадонна самоотрешенно прижимает к груди свое дитя. И руки пахаря, отяжелевшие от земли, сжимают вызревший колос. И вечный ратник на страже их трудов и снов. Но как оставить человеку человеческое, найти к нему ключ? Мы живем в какой-то массовой культуре, такой искусственно созданной. Но сейчас делать выбор – это уже шаг не просто вот выбор художника, это уже шаг, мне кажется, религиозный. Этот человек превыше всего ценит искренность. И вслед за русским врачом и писателем Викентием Вересаевым считает именно искренность делом трудным и очень тонким, требующим мужества и большого душевного такта. Он исповедует открытость чувств, душевную отзывчивость, что позволяет ощущать чужое страдание как свое. Ему больно от того, что в мире что-то порушилось, что люди будто сами себя перестали замечать, что словно разучились теплеть навстречу друг другу затихающими глазами, что изо дня в день безропотно тянут лямку воска, нагруженного фанерным счастьем. Он глубоко убежден в том, что у человека должно быть что-то большее, чем он сам, что жить всегда для чего-то надо, и никто еще не смог пройти земной путь просто так. Он уверен, что культура является такой же средой обитания, как и природная среда. И если человека долго кормить модифицированным зерном, произойдет разрушение самого генетического кода потомков. Если вместо великих творений, великих мастеров, перегружать чувства суррогатом, сотворится индивид с полным отсутствием высоких гуманистических идеалов. Ибо человек рождается, как пустой бокал. И лишь попадая в определенную культурную среду, он этой средой наполняется. Какова культура, таков и человек. Так считает русский писатель Николай Иванович Дорошенко. Наша вот нынешняя культурная среда, она, к сожалению, создана по очень высоким технологиям. Создана телевидением. Вот. И наши дети общаются порой чаще, чем с родителями, чем со своими ровесниками. Они общаются с телевидением. Вот. И поэтому и вернуться им оттуда уже как бы и некуда. Николай Иванович убежден, что без национальных традиций, без нравственных сакральных установлений не человек начинает править, но голем, биоробот. А в мир вместо глубины содержания приходит пустота. То, что для культурного человека было запретным, становится нормой. Первозданность русского слова сметается сквернословием. Честность становится глупостью, подлость называется бизнесом, а душевных порывов и слез сострадания начинают стыдиться. Дорошенко с горечью вспоминает спартанцев, которые боялись заразиться от афинян демократии. Так и сегодняшние новые люди, новые генной модификации, словно боятся заразиться человечностью. Скажем, вот у Гоголя он лицо прекрасной девушки сравнивает с куриным яичком. И когда клюшница посмотрит на него, значит, на свет, и оно все освещается золотом. Вот. И вот каждый, кто хотя бы один раз увидел это вот сияние, это золотое яичко, он ничему не удивится. И точно так же мы вот глянем на эту картину, мы тут же узнаем это все, себе это состояние. Мне не важно, какими он средствами достигает того, чтобы я некие лучшие свои состояния вдруг вспомнил, себе воскресил. Понимаете, чтобы я услышал свою душу. Дорошенко с нежностью называет настоящих художников запретными. Он глубоко почитает тех, кто без подготовки, не подумавши, даже табуретку не станет делать и готов часами впитывать таинство их полотен, словно ущипнувших за сердце. Ну и вот зал, где я
как будто среди своей родни. Он, подобно тому, как вот Колумб вдруг открыл неведомый мир, Америку, вот точно так же он открыл для нас красоту и вышнюю гармонию того мира, в котором мы живем. Природа одарила его глазом цепким и твердой рукой. Все остальное в приглядку. Поначалу урывками, он был самородком. Этнический грек и яркий талант, совершивший переворот в истории русской живописи. Помещик, владевший крепостными и бескорыстный создатель собственной художественной школы, где учились почти исключительно таланты из крепости. Академик, ставший отцом русского бытового жанра, просветитель и романтик. Ему не пришлось решать субъективно для себя извечную проблему просветителей – искусство и народ. Он сам был народом, его частичкой, той самой, что прозорливое перо Гоголя определило как чудо. Очень точное слово. Вот на этих лицах есть некая благодать. Их душа, вот она разлита в природе, они живут в неком гармоничном единстве с природой. Это вот то религиозное отношение к миру, которое можно назвать вот, ощущением этой благодати. Он поднял бытовой жанр искусства низших родов на уровень короля живописи исторического. Заставил признать как полноправное искусство высокой пластики. Был самозабвенно работоспособен и говаривал не раз: «Напишешь просто, если попишешь раз за сто». Казалось бы, ту Россию, уже познавшую блеск кисти Левицкого, Рокотова, Боровиковского, трудно было чем-либо удивить, но просветленный взгляд именно этого живописца поразил современников. Ибо перед пресыщенным зрителем вдруг встала во всей своей светозарности Русь. Всю прелесть этого дыхания мог совершенно понимать только тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Русь – родина, чья душа нежно организована и развивалась в чувствах. Это слова Гоголя о Пушкине и в полной мере о поэте крестьянской лиры, об Алексее Гавриловиче Венецианове. Меня поражает всегда то, что у Венецианова пейзаж очень скупой, но при этом необыкновенно узнаваемый. То есть вот как будто бы отсечено все второстепенное, вот, и представлено только самое главное. Но в то же время, мне кажется, что это высший закон искусства, и это во всем, и в поэзии, и во всем. Когда образ каждой детали, каждого предмета и образ всей картины, они едины. И это, конечно, уже никаким мастерством это не достигается. Это только талант. Его благородная муза воспела красу простого селянина. И сегодня мы очарованы прелестью его юных красавиц, величавым, почти иконописным покоем зрелых женщин-матерей, задумчивой сдержанностью совсем мальчишек, уверенной умиротворенностью мужских лиц. А ведь это бесправные люди, но написаны они мастером с величайшей любовью и почтением. Почтением к человеку. Благородство и естественная гармония. Пленительная соразмерность на его холстах человек и природа части единого целого, того, что и зовется вселенским бытием. Он первым в национальной живописи сделал предметом своего теплого любования не изысканный европейский пейзаж, а исконно русские, иссушенные степными ветрами родные поля и пашни. Героями своих холстов не светских львиц и мифологических титанов, но обыденный, дюжий, неприметный крестьянский люд. Когда я вспоминаю свое детство, я тоже человек деревенский, вот, и я не помню вот свою мать, чтобы она вот так вот была в тяжелой работе, хотя, конечно, она работала с утра до вечера. А вот я запомнил вот тот образ, вот, с которым она обращалась ко мне. И тогда она уже не ходила, вот, как, знаете, за день наработавшись той тяжелой крестьянской поступью. А вот мне казалось, что она так вот легко ко мне летела. Алексею Гавриловичу было суждено разделить участь почти всех
больших художников. Современники не смогли оценить всей глубины его творений, упрекали за неизящную натуру, а новые поколения то благополучно его забывали, то обвиняли в слащавости и идеализации. Венецианов врать не умел, не желал и прилизывать реалии, но его правда словно оторвана от земной тверди. Она метафорична и возвышена. Венецианов, наверное, смотрел Рублева, Троицу. Вот. Но ведь тогда еще древнерусская живопись была для нас совершенно неизвестна. И вот откуда же вот это сходство с Рублевым? А все дело в том, что и сама русская икона, она тоже имеет корни античные. Вот. И вот так, таким вот чудесным образом Венецианов, который он был, в общем-то, самоучка, который учился, копируя вот эти гипсовые фигуры и желая писать именно натуру, вот так вот, ничего не придумывая. И вдруг мы видим, как он связывает нас с Византией. То есть это не просто вот некий национальный художник, который хочет там рисовать лапти. Это художник, который дышит культурой, складывавшейся тысячелетий, той культурой, вот, из которой, собственно, и Древняя Русь появилась. На пашне. Весна. 1820-х. Женщины и кони. Хоровод тружеников. Они движутся по кругу. Все условно. Подчинено четкости музыкально-красочных ритмов. И сама героиня идеальна. Правильные черты лица, статная плавность движений, величавый танец ног, плеч, литья сарафана. Художник пишет не конкретную земную женщину. Нет, он творит богиню, богиню женственности, красоты, плодородия. Неважно, кто она, откуда, как ее зовут, ибо на русском поле свершается великое таинство мирового круговорота. Это само движение жизни, и пред нами не быт, но миф. Это вот тот реализм, который, знаете, как у Гоголя, когда его читаешь, вот, и его герои кажутся былинными. Но в то же время это какая-то высшая правда, та правда, которую как будто бы я знал, и вдруг вот она мне приоткрылась. Творение Венецианова совершенно бесконфликтны. Ни столкновений, ни проблем. Есть феноменальная мера благородства и внутреннего чувственного баланса. Может быть, потому что он сам слишком хорошо знал жизнь обыденную. В качестве натурщиков использовал своих собственных крестьян, крепостных деревни Сафонково. Их у него было немного – 40 мужчин и 33 женщины. Их образы переходят из полотна в полотно, а не и с крынками, и с граблями, и с бураками, и с лаптями. Грибы, телята, васильки, серпы, бабочка. Ну вот картина, где дети смотрят на бабочку. Вот. И я, когда еще сам был в возрасте этих подростков, я смотрел на эту картину как зачарованный и ничего не понимал. Мне кажется, что самое главное – это бабочка, потому что она такая необыкновенно красивая и так далее. Потом, когда я уже стал взрослым, вот, и вдруг я для себя обнаружил, что это, в общем-то, необыкновенно точное, наиболее глубоко выраженное вот это чувство первой любви. Ведь они-то еще подростки, они тогда телевидения как бы не было, ничего не было. Они не могут понять, разгадать, вот что это за волшебное такое состояние, почему, когда они вот так близко стоят друг от друга, то почему у них дыхание как бы останавливается, почему вот какой-то вот как будто какая-то тишина наступает какая-то вот необыкновенная. И они смотрят на это, на бабочку и думают, что это чудо. А на самом деле это чудо вот этой светлой первой любви. Они ощущают вот это волшебное какое-то дыхание друг от друга. И оно их как-то вот... Я ничего подобного ни в прозе, нигде я не... вот такого глубокого размышления, такого точного отображения, вот это чувство самой светлой такой юношеской любви.
Свой способ изображения мира сам Алексей Гаврилович называл живописью а-ля натура. И всю жизнь считал, что чужд академической пафосной а-ля манера. Единожды и навсегда он вывел собственную творческую формулу: «Пиши, что видишь, не мудри, не фантазируй, копируй натуру настолько, насколько видит глаз твой». Все-таки для того, чтобы Венецианова понять и полюбить, нужен некий собственный духовный опыт. Это не значит, что надо родиться в деревне, вот так вот побывать на пашне и так далее. А вот просто достаточно, чтобы вот так в детстве, где-то в московской городской квартире, вот так посидеть с матерью. Вот как эта девочка. Вот чтобы младший был у матери на руках. И вот так о чем-то поговорить. Каждый человек, если будет вспоминать вот свое детство, самые его счастливые минуты, те, собственно, которые строили его душу, вот, те, из которых он вышел хотя бы с капелькой доброты и любви к людям, то вот ему вспомнится вот это вечное, что Венецианов и открыл в нас. Московской церкви Воскресения Христова за Таганскими воротами и поныне есть запись о том, что 7 февраля 1780 года у купца Гаврилы Юрьевича Венецианова и Анны Лукинишны, урожденной Калашниковой, родился сын Алексей, крещенный того же февраля 12 числа. Так впервые было упомянуто имя, быть может, самого русского из русских живописцев первой половины 19 века. Согласно преданию, которое бытовало в семье, род Венециановых уходит корнями в Элладу, в эпирское местечко города Богдари. Прадед художника с женой Анжелой и сыном Георгием приехал в, как им казалось, возможно, сказочно богатую Россию где-то в 1730-м и поселился в Нежине, небольшом украинском городке. Их сочли итальянцами, дали прозвище Венециана, позднее оно превратится в фамилию, ее-то и прославит их потомок. Уже первый дошедший до нас портрет матери Анны Лукинишны, писанный маслом, выдает руку твердую, глаз острый, погрешности в рисунке не имеет, хотя манерой еще и близок к парсунному письму. Никто тогда не мог предположить, что пройдет четверть века, и именно потомок греческих переселенцев совершит переворот в русской живописи. Ну, давайте так представим в каком-то кошмаре, что не было бы Пушкина, не было бы Глинки, не было бы Венецианова. Вот. Другая бы была бы Россия. Гумно. Около 1823-го. Более точные даты неизвестны. Неожиданный и абсолютно новаторский холст. Александр I благосклонно принял полотно в качестве подношения. Приказал внести его в Эрмитажный каталог. Художнику пожаловал 3000 рублей. Критика захлебнулась восторгами. Какая правда, какое знание перспективы, невиданный эффект в трех цветах, чего не осмелился и сам Грано. Необыкновенное светоносное полотно, внутренний вид хора в церкви Капуцинского монастыря на площади Барберини в Риме французского живописца Франсуа Мариса Гране в те годы потрясало европейские салоны. Картина пользовалась таким успехом, что сам автор не поленился повторить ее не менее 15 раз. Приехавший случайно из своего тихого Сафонкова в Санкт-Петербург Венецианов восхитился работой собрата и дерзновенно замыслил его превзойти. И вот так восхитила вот эта внутренняя игра цвета, что он взял и у себя просто стену отпилил от гумна. И, кстати, на его работе там и видны даже вот эти вот, спил этот виден. И он стал вглядываться туда. И помимо вот той перспективы пространственной, которая его изображила, он для себя вдруг открывает еще перспективу света. Вот. Перспективу цвета, вот уходящего. Вот. Свет, льющийся через распил, постепенно затухает. Его словно угасший голос подхватывает другой, сноп из боковой двери. Но и этого Венецианову показалось мало. Он распахнул задние ворота гумна и впустил встречный поток света. Так самоучка открыл взаимосвязь между формой и пространством. И ему удалось невозможное – реальное слияние перспективы линейной и световоздушной. Солнце – поток.
дыхание воздуха, фактура свежеспиленных бревен, маслянистый блеск на досках пола. Свет Венецианова, он менял цветность, насыщенность и глубину. И пусть фигуры крестьян искусственно расставлены, предметы быта нарочито водворены на нужные художнику места, для тех лет его открытия были абсолютно новы. Это вот такой принцип реализма. Чем художник больше уважает изображаемый объект, тем он более реальный, тем он более настоящий. И когда художник любит только себя, вот, и хочет выразить только себя, то тогда для него вот этот объект, он не более чем некая глина, из которой он лепит сам себя. Юному Алёше пришлось долго доказывать, что его жажда писать и есть его призвание. Глава семьи Венециановых хотел видеть в сыне образованного человека. Занятия живописью в его табеле о рангах были пустым делом. Так для мальчика начались Санкт-Петербург и тщетная попытка без протекции жить живописью. 12 лет он будет постигать основы искусств исключительно самостоятельно в залах Эрмитажа. Познакомится с Боровиковским, станет любимым учеником, тень благородного маэстро никогда его не покинет. Но Алексей Гаврилович счастливо избежит мощного влияния нежного мечтателя Владимира Лукича. Будет самобытен и упорен. В феврале 1811-го представит Совету Академии свой автопортрет. Получит звание назначенного в сентябре того же года за портрет инспектора воспитательного училища Академии Головачевского станет академиком. В 1815-м по взаимной большой романтической любви женится на девушке из обедневшего дворянского рода Марфе Афанасьевне Азарьевой. Родятся дочери. На собственные сбережения купит в Тверской губернии сельцо Трониху с прилежащими деревеньками. Дослужится до чина титулярного советника, но на 40-м году примет решение, которое перевернет всю его жизнь. Затворится в фамильном Сафонково, восславит крестьянок, простых русских баб, что творили свой черноземный труд с изяществом держащий лук античной Дианы. Создаст собственную школу, разработает метод обучения живописному мастерству глухонемых, новаторскую систему обучения по перспективе. Позднее профессор Петербургской академии Павел Петрович Чистяков включит в процесс преподавания именно методику Венецианова. Алексей Гаврилович будет учить одаренных крепостных, добиваться вольных, откроет школу для деревенских детей, больницу для жителей окрестных селений, так называемый мирской магазин, хлебное хранилище. Даже в самые опустошительные годы его крестьяне не умирали от голода. А самый бедный в его имении всегда имел не менее 2 лошадей. Горьковское понимание подвига, да, Данка, с горящим сердцем и так далее. А здесь подвиг какой-то такой будничный. То, зачем правда, оно как-то более спокойно. Вот, оно, в нем нет никакой экзальтации. Вот, не надо никуда бросать бомбы. Вот, а просто какой-то повседневный, какой-то труд, увлеченность. Вот, и труд как служение. Но в последние годы удача будто отвернется. Скончается любимая жена, забудут покровители. Ради содержания своей школы заложит имение жены, сделает дочерей бесприданницами. Талантливого самородка Григория Васильева по прозвищу Сорока так и не сможет выкупить у богатого помещика Милюкова. Многие ученики предадут. Придет зима 1847-го. Венецианову 67. Нужда. Примет заказ на портрет местного святого Макария Колязинского. Когда образ будет готов, повезет в Тверь. Раннее утро 4 декабря станет его последним утром. Лютый холод, остекленевший наст, крутой склон, лошади понесут. Венецианова выбросит из воска. Так он найдет кончину в земле, которую воспел. Неожиданно, трагично, мгновенно. Его похоронят на Дубровском погосте в нескольких верстах от Сафонкова. Его ухода почти никто не заметит. Я даже не могу понять,
чего там больше, радости или грусти, но все вот как-то щемит. То есть просто, как вот знаете, когда человек теряет сознание, да, вот, то там, говорят, надо его ущипнуть там или что-то такое, понимаете? А вот так и здесь душу пощипывает. Художник и писатель, живописец, видевший высший смысл жизни в человеке, гражданин, считающий национальную идею смыслом жизни. Венецианов и Дорошенко. Между ними более двух столетий, различные приложения сил и поиск одного единого ключа к человечности.